Дорогие Коля и Лена. И Лена, и Коля. Да, правильнее теперь уже говорить Лена и Коля. Теперь уже все серьезно. Поздравляем вас с этим светлым днем, с вашим началом новой жизни и с рождением вашей семьи. Будьте счастливы, друзья, и берегите друг друга. Всегда ваши Кимната Гретфилд. Тишина в батареях и во всей системе центрального отопления. Что-то странное вдруг начало происходить с Николаем. Что-то потустороннее, что-то такое несвоевременное. Раньше Николай очень живо интересовался международным положением сектора Газа, Ирака и Ливии. И когда же, наконец, переименуют проспект Карла Маркса курсами валют, а теперь его как будто бы подменили. Все реже и реже удается застать Николая в онлайне. Все реже встречают его в привычных когда-то местах. Что-то странное, потустороннее начало происходить с Николаем. Все друзья, коллеги и родственники уверены, с ним что-то не так. Он озабочен лишь тем, идет ли ему фрак в абсердак, не жмут ли парадно-выходные сандалии. От одной этой мысли не спится. На спинке стула пиджак, снотворное к черту, на полке коньяк. Просто Николаю пришла пора жениться! Косинусы, тангенсы, котангенсы, всяческая тригонометрия больше не составляют жизнь Николая, свободного раньше, как птица. Это не значит, что Николай стал более взрослым, менее ветреным. Просто время — самый беспощадный убийца, и Николаю пришла пора жениться!